Лига спорта. Лига спорта приветствует вас. Сегодня делаем обзор на кимоно для дзюдо от пакистанской фирмы Matza. Кимоно для дзюдо представлено в 9 размерах, начиная от роста в 120 см, заканчивая ростом в 2 метра. Поэтому подобрать его вы сможете даже ребенку дошкольного возраста, идущему на свою первую тренировку. Кимоно для дзюдо от Matza имеет следующее преимущество. Сшито из 100% хлопка. Имеет специальную структуру плетения волокон, рассчитанную на сильные захваты. Специальный крой не стесняет движений. Есть нашивка на коленях для дополнительной прочности. Модель укомплектована курткой, штанами и поясом. Внимание! При первой стирке кимоно даст усадку 3-5%, и мы решили это проверить. Сделали замеры нового кимоно, поместили его в стиральную машину и стирали при 40 градусах. После того, как кимоно высохло, сделали повторные замеры, и вот какие результаты мы получили. Длина штанов до стирки 100 см, после 92. Ширина штанов не изменилась, 27 см. Длина куртки до стирки 80 см, после 78 см. Размер в плечах 46 см до и 44 см после стирки. А вот длина рукава не изменилась, 47 см. Теория усадки при первой стирке подтвердилась. При подборе размера стоит приобретать кимоно на 5-10 см больше. Кимоно для дзюдо от фирмы Matza. Выбирайте качественную униформу, а мы обязательно вам в этом поможем. Занимайтесь спортом!